Дорогие друзья, я понимаю, что мы в эфире, а, соответственно, добро пожаловать на 14-й выпуск нашей еженедельной арт-среды, которую мы проводим совместно с Андреем Бартеневым и его замечательной галереей здесь, на Таганке, и с Французским институтом в Санкт-Петербурге. И мы — это медиа-студия, медиа-центр, лаборатория новых медиа, новой сцены Александринского театра. И чтобы открыть, начать сегодняшний наш 14-й эфир и представить нашего замечательного гостя, художницу Маргарету Бергамо, я хочу сразу же сказать, что мы не OVR. И говорю я это сегодня так параноидально, ровно потому, что, может быть, за последнюю неделю была рекордной по количеству комментариев и вопросов лично ко мне. Не знаю, как Андрей, когда даже многие люди, в том числе мои коллеги по театру, говорили мне: ну, собственно, у вас же программа про VR, поэтому я решил сказать, что сфокусироваться сегодня на этом, что, конечно же, у нас программа не про VR. И то, что мы делаем, это своего рода такая культурная лайф-энциклопедия происхождения видов в той культурной эволюции, которая происходит. И, по сути, мы не пытаемся выделить один какой-то вид, мы пытаемся показать, что, как, знаете, как в эволюции, вот есть динозавры, есть птицы, и это не разные какие-то существа, это какая-то некая такая единая временная линия, когда одно превращается в другое. Вот. И в этом смысле, конечно, VR действительно это то, где мы, то, что мы сейчас являемся активными свидетелями, а некоторые наши гости даже очень, в основном, конечно, многие наши гости являются очень активными участниками. Вот. Но, конечно, в целом мы пытаемся показать эти элементы в динамике и в развитии. В этом смысле наш сегодняшний гость Маргарета очень красивый пример именно этого тезиса, потому что начинала она родилась в Италии, там начинала заниматься ритмической гимнастикой, а также там она изучала философию в Венеции, затем в Барселоне она изучала историю, затем она занялась contemporary dance, современным танцем, и таким образом рано или... Ну, то есть была... Я думаю, что она расскажет поподробнее вот об этих фазах ее персональной эволюции в ходе нашего полуторачасового стрима и о той фазе, которая относится вот именно к ее деятельности как видеохудожника, или, может быть, она, ну, я не знаю, Маргарет, может быть, вы считаете, что это больше может называться режиссером, да? Мне тоже интересно вот эта терминологическая коллизии некоторые, в чем разница, и есть ли она вообще, и нужна ли она. Вот. Но на данный момент, конечно, мы с ней познакомились благодаря ее работам замечательным в области VR, и как она туда попала. И, в принципе, если посмотреть на ее фестивальный лист, то, конечно, очень много у Маргареты работ, ну, по крайней мере, то, что я отсмотрел по знакомым мне фестивалям, это, конечно, фестивали видео и кино, в которых в основном она принимала участие как VR-художник, у которого как бы эволюция происходит из ритмической гимнастики и современного танца. И я думаю, сегодня это очень важная тема, о которой мы имеем такую прекрасную возможность поговорить, что VR, в общем-то, еще одно, скажем так, еще один довод в пользу того, что VR – это тоже такая птица, произошедшая от какого-то динозавра, но это не есть вершина эволюции, это то, что действительно VR имеет отношение к телу, да, и, конечно, далеко не всех, а особенно танцоров, устраивает тот факт, что зритель должен быть обездвижен и сидеть, ну, так сказать, спокойно. Конечно, очень многие пытаются этот момент превратить, вернуть это к движению, и ровно об этом искусство Маргареты, и ровно это тот месседж, который она коммуницирует очень во многих работах, вот, и я надеюсь, что я сейчас... А, да, я, конечно, должен упомянуть, что тот еще один важный момент – это коллаборативность и как бы создание соответствующих структур и институций, конечно, здесь присутствует. Это компания ВОА, если я правильно произношу название, которая с 2017 года создана и функционирует. Вот. И, конечно же, смотрите нас лайв в Фейсбуке на французском языке, в ВКонтакте на русском языке, и затем вы имеете возможность все это пересмотреть там же, потому что эти эфиры остаются там же, на тех же самых языках, и помимо этого они еще кладутся нами на YouTube. А теперь я передаю слово моему замечательному коллеге,
и ко-хосту по 14-му, по всем 14 Curse of Knowledge, и всем еще 5000 будущим Curse of Knowledge, Андрею Бартеневу. Андрей, привет! Ой, как мне приятно, Антон, быть вашим ко-хостом. Всю мою жизнь был бы ко-хостом. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Привет, Маргарита. Привет, Французский институт. Привет, моя любимая галерея здесь на Таганке, где сейчас проходит выставка Венеры Казаровой и совершенно замечательная выставка из Санкт-Петербурга куратора Ярослава Глазунова о текстильном дизайне с фабрики Слуцкой. Веры Слуцкой, да, 80-е и 90-е годы. Кто будет в Москве и кто наши слушатели и пользователи сейчас меня слышит, пожалуйста, приходите в галерею здесь на Таганке и увидите эти две замечательные выставки. Я сегодня оделся во все красное, потому что вчера я ударно спасал пляжную линию, туда прибила пенопластовый огромный ящик, его растребушило и раскидало там, не знаю, на километр пляжа, и мне 3 часа пришлось собирать эти все пылинки пакет, чтобы спасти экологию пляжной линии. И при 28 градусах, конечно, мое лицо, а руки, если бы видели, вообще вот цвета как шляпа. Я потом решил вооружить себя насыщенным красным, чтобы скрыть красность моего лица. Вот о чем я хотел в своем вступительном тексте сообщить вам. Популяция нашей, как бы нашего населения на планете растет. Количество совершеннолетних пользователей изобразительного искусства увеличивается. И вы поймите одну такую вот динамику, что каждое созревшее совершеннолетнее сознание, оно ориентировано на определенный изобразительный знак. Поэтому профессия художника, она всегда будет востребована в любом техническом исполнении. Там дополненная реальность, карандашом на холсте, карандашом на бумаге, масло на холсте, акрил на холсте, скульптуры, инсталляции, все что угодно, перформанс, танцевальный, театральный перформанс, неважно, чем художник занимается, все будет потребляемо, потому что количество людей, которые хотят новые изобразительные трактовки увеличивается. И здесь возникает самый главный вопрос, который продиктован эволюцией 20 века и, может быть, чуть-чуть 19 века. Это что же из искусств является оружием массового поражения? И вот все наши 14 программ, они как бы так или иначе муссируют тему дополненной реальности и VR. И, может быть, как раз мы нащупали эту золотую жилу. И, может быть, это опять-таки новый совершенно импульс искусства, который поразит всю планету и все население, которое здесь вот находится на этой планете. И вот это вот, наверное, оно и станет искусством будущего, которое в ближайшие 50 лет изменит все человеческое сознание. Поэтому давайте, пожалуйста, я опять призываю все аудитории, доставайте блокноты, записывайте свои гаджеты. Но делайте пометки. Вдруг вы найдете тот нужный для всех нас закон, как вообще будет соединено искусство с будущим и как оно себя будет проявлять, и вы потом с нами поделитесь этим открывшимся вам уравнением. И мы тогда всем расскажем об этом открытии, и все художники станут немедленно популярными, богатыми, продаваемыми, покупаемыми, востребованными, получаемыми грантами и так далее. Все, я вас всех обнимаю. Слово нашей героине. Merci beaucoup. Спасибо. Большое спасибо. И спасибо за это представление, за это введение. Такое очень интенсивное. То есть действительно сразу же хочется открыться. Мы такие, да. Еще мы перебиваем постоянно. У нас просто на уровне. Хорошо. Ну, мне это нравится. Я очень рада, что я с вами. И также я хочу поблагодарить весь коллектив Французского института за то, что вы меня пригласили в Санкт-Петербурге. И конкретно лично вас.
И я постаралась собрать несколько примеров моих работ, чтобы вам показать траекторию, которую я прошла в течение последних лет. И просто я хочу таким образом представиться и поделиться своими работами. В первую очередь, я хотела бы назвать нашу сегодняшнюю встречу, которая называется «Иммерсивное искусство тела, технологий и возвращение к телу». Я считаю, что я танцовщица, в первую очередь. Танцовщица мне подходит, такое название. Но также я являюсь хореографом, продюсером. И с недавних пор я стала заниматься исследованиями. Презентация моих работ сегодня будет скорее в таком деонтологическом, концептуальном, чем эстетическом направлении двигаться. Но, конечно же, мы будем рассматривать и эстетическую эволюцию в том числе. Я думаю, что для меня самое важное слово, которое определяет мою работу, это убеждение. Убежденность. То есть, когда мне захотелось что-то сказать, что-то выразить и отправиться в сторону каких-то художественных артистических форматов. То есть я стала искать в коммуникации нечто большее, чем просто вербальная коммуникация. То есть это слово, скорее всего, было это коммуникация, я не расслышала. И также в итоге это стало чем-то более универсальным. То есть это может, в принципе, объединить разные какие-то общие точки на самых разных уровнях. С точки зрения, с личной точки зрения, как вы сказали, то есть если говорить с самого начала, то да, я родилась в Италии, и я частично училась в Италии, потом я отправилась в Барселону, и там жила, и продолжала свое изучение. Я сменила язык, но тем не менее, я уже тогда знала английский, изучала английский в Италии, а затем в Барселоне уже испанский и каталонский. И позднее я отправилась в другие страны, и даже в Голландию, потом во Францию в 2017 году я приехала. И здесь еще один язык появился. То есть Франция сейчас моя родина, но во всех этих странах, во всех этих местах, где я бывала, всегда было какое-то невербальное еще общение, параллельное с языковым. То есть с самого раннего детства я занималась ритмической гимнастикой, и в принципе, дошла до определенного уровня интенсивности, участвовала в каких-то соревнованиях, что мне позволило приучить себя к какой-то дисциплине. И вообще как-то приблизиться к этому телесному самовыражению. А затем уже подошла ко времени и ко всем разным различным практикам, связанным с искусством движения. То есть в данный момент мы сейчас не говорим о стиле. То есть это скорее такое личностное самовыражение. И теперь, это что касается введения в мою биографию. В Барселоне я начала профессионально работать с contemporary танцем. И потом, когда уже начала работать профессионально, танец всегда был ядром моей работы. Но помимо этого всегда были разные форматы, разные медиа. То есть они пересекались, различные вот эти точки интересов, эти ядра, и развивались, и как-то резонировали вместе, создавали какие-то эхо.
и также позволяли войти в некие разные каналы. Но смысл работы с различными медиумами и вообще тот факт, что вот эти медиумы присутствуют, что технологии двигаются вперед, и любопытство, которое всегда во мне присутствовало, меня действительно заставило попробовать и вот это тело и невербальный язык поместить в язык современного танца, contemporary, в различные медиумы и в различные технологии. И в Барселоне я начала работать с компанией, которая была уже основана до меня. То есть я просто стала в ней участвовать, и затем затем я стала работать с нашим хореографом Тушин Беннетом, и мы создали проект «Les Filles Fallen». То есть это был скорее такой перформанс, ориентированный на феминизм, и показывал, что искусство должно пересекать все аспекты нашей жизни. То есть искусство должно быть и на улице, и в различных точках нашего профессионального пути. И также я начала работать с аудиовизуальным миром в работах, посвященных танцу, кинотанцу и в коллаборации с различными формами звуковыми. И так далее. А также с различными технологиями. Например, с возможностью представить работу в стриме, как мы, в принципе, делаем сейчас. Но это было в 2010-е годы, то есть это было что-то такое типа эксперимента. Ну, то есть это было уже возможно, но для нас это было достаточно чем-то новаторским. А затем, когда я была в Испании, вернее, даже сказать, в Каталонии, то есть в тот или иной момент я передвигалась из страны в страну, и после «Les Filles Fallen» я должна найти новое имя, и я придумала себе такой псевдоним. Это Тельма А. Ну, может быть, когда я стала появляться в таких пространствах, не связанных с реальностью, такие как интернет, например, или когда я представляла себе каких-то персонажей за пределами самой себя, я давала различные имена им. И Тельма А у меня какое-то время было моим таким именем, моим образом в артистическом мире, и потом стало моим фактически заменило мое истинное имя, которое, в принципе, не скрываю. А затем я приехала во Францию, это был тогда турне, просто нашей компании. То есть мы показывали различные работы с различными коллаборациями. Это был 2017-2019 годы. И тут я стала разрабатывать проекты, которые, в принципе, связали меня с большим количеством артистов. И мы использовали виртуальную реальность. Так что я тоже как бы отношусь к виртуальной реальности. И это, в принципе, еще... Так появилась воплощенная виртуальная реальность, или EVR. То есть у нас была группа исследователей, артистов. Они назывались «Viena de Lab». И затем уже конкретно мы стали работать с Даниэлем Гонзалесом Ранко. Это мультимедийный художник из Барселоны. И мы создали проект вот этой воплощенной виртуальной реальности, который выходит за пределы зрения и звука, также связан с... включает в себя другие чувства, такие как, например, тактильные ощущения и так далее. И
пробуждают даже вкус и обоняние. Ну и завершаю вот это краткое введение. Тут не важно, какой медиум я использовала, но я могла идти вперед, потом возвращаться обратно, что-то менять, и тем не менее, в конце концов, я как бы вышла за их рамки, потому что всегда для меня была важна именно невербальная коммуникация и иммерсивность, то есть усилия каких-то перекрестий, то есть связи с публикой и с искусством, конечно. И в конце концов для меня было важно заставить участвовать в представлении публику иммерсивным образом, так, чтобы они сильно погружались внутрь работы. То есть они действительно должны были участвовать, а в противном случае без участия публики инсталляция не могла иметь вообще смысла, не могла иметь жизни. И есть еще другие ключевые слова, которые бы я хотела озвучить. Это встреча, также искусство с наукой, в том смысле, что ну, они всегда находятся в диалоге, мне кажется. И также это для меня очень важно всегда быть внимательной и выполнять упражнения по простоте, по такому какому-то, какой-то пустоте даже. То есть иметь возможность ждать, наблюдать, дышать, созерцать. И затем уже можно придать какую-то форму сюжету. И поэтому я хочу отметить, что для меня важно, для меня сложно определить форму априори, то есть даже это для меня является целью моего исследования, как можно найти форму для какой-то вещи. И в конце концов я связываю эту идею формы с психологией личности, то есть которая из психологии, с психологией личности и также с артистическим типом, то есть коллаборация хореографа и артиста, в каком направлении она движется, а также еще публика, какая публика участвует, которая тоже является частью представления и даже, может быть, импровизации. И, возвращаясь к началу, я хочу вам предложить посмотреть видео, которая представляет несколько несколько разных изображений, которые мы тоже делали в рамках Les Filles Follen. Это такой был агрессивный перформанс на улице. Но это просто это отрывок, то есть мы просто, чтобы просто получить представление. Thank you.
Merci. Спасибо. Всегда забавно смотреть отснятый материал, который является частью, как я уже говорила, моего прошлого. И также смотреть еще на реакцию людей, которых не предупредили, потому что перформанс на улице это всегда требует от людей, ну, как бы, как-то смотреть на тебя. А вот в этом, кстати, и был мой извините. Участвовать. Точнее, не извините, потому что мы уже предупредили, что мы горячие здесь головы и постоянно перебиваем. Так что не извините, мы перебиваем. У меня был в этом вопрос, потому что ну, какова роль вот для вас, как для автора этого проекта, именно в том факторе, что люди не в курсе того, что происходит. Потому что это очень тонкая грань. У меня недавно была выставка в Вене, ну, точнее, это был фестиваль, посвященный звуку, и ковидная ситуация, вот, наши работы были расположены на, ну, афишных тумбочках, да, то есть там, где обычно висят какие-то постеры, да, все что угодно, и было потом, после этого, ну, и у кураторов, и у художников очень много замечаний и наблюдений на ту тему вообще, какова роль того, что вы предупреждаете, вы как бы, ну, я не знаю, моя любимая фраза Фрэнка Заппы, вашего соотечественника, это что искусство – это рамка, и вот вы вешаете рамку, и вы говорите, в этой рамке искусство, а то, что вне этой рамки, соответственно, это остальной мир. Вот, вот этот вопрос, да, то есть как вы с этим... Определенно, конечно, если это висит картина, то у людей совершенно другое отношение. Может быть, это реклама, на ней висит QR-код, а может быть, это промокод какого-нибудь авиакомпании или магазина. Очевидно, что никто не ходит и не сканирует все QR-коды. Совершенно другое дело, как я сейчас очередной раз убеждаюсь, если это... прекрасно тренированные и организованные танцевальные перформеры, которые тоже могут быть поняты как нечто коммерческое предложение, да, там вот эти коробки, то, что, я не знаю, что-то, может быть, они продают или, наоборот, коллекционируют, вообще, что это. Но, тем не менее, ну, что для вас этот аспект анонсируемости, неанонсируемости, вот этой вот рамки метафорической имени Фрэнка Заппы, что он для вас означает? И я должен напомнить нашим слушателям, что вопросы могут поступать и задаваться в наших социальных сетях обоих, а также в медиа-центре. Это можно сделать в устном виде, запросив микрофон у Насти. Но немного позже, потому что сейчас мы продолжаем наш разговор с Маргаритой на тему рамки метафорической в публичном искусстве, анонсированности или неанонсированности. Да, действительно. Я думаю, что я играю с эффектом действительно вот этой рамки. То есть в последнее время я все время этим занимаюсь. То есть я это делаю во время инсталляций. И поскольку на инсталляциях тоже не всегда знаю, что будет происходить, то есть это иногда приводит к каким-то сюрпризам. Но поскольку я играю с этой прогрессией, какой-то иммерсивностью, вот это погружение, я сказала, что для меня погружение — это то, как публика находится в таком окружении, она находится в самом центре событий, опыта. Но также это прогрессия, как подойти и попасть внутрь. И вот в этом дуэте, который у нас был, который тоже никак не анонсировала, но тем не менее там присутствовала эта рамка фестиваля. И тем не менее, да, в какой-то точке улицы какого-то города, это было в Италии, то есть это была такая тоже особая рамка. Я действительно хотела... Это была воля к эксперименту, действительно, то есть почувствовать вот эту прогрессию, когда человек погружается в инсталляцию абсолютно неожиданным образом, внезапным. И для меня в то время было важно действительно работать со взглядом, с выражением, которое рождается просто из присутствия. Partager, de regarder les yeux, en fait, les contacts des yeux, et pouvoir trouver. Очень важно соприкосновение глазами, зрительный контакт.
примерно так же, как в импровизации в танце, когда мы пытаемся выйти на единую частоту вместе. Какая же это частота? Обычно нам нужно время для того, чтобы найти вот эту совместную частоту. И чем больше мы вместе работаем, тем лучше мы понимаем, какова эта частота и как ее быстро найти. Но в рамках уличных выступлений это на самом деле очень интересно. Это очень интересно, потому что мы играем с полной непредсказуемостью. Это может окончиться полным кошмаром, или же это может так закончиться совершенно потрясающим чем-то. Но обычно все-таки получается нечто позитивное. Тем не менее, всегда есть адреналин, который довольно быстро приходит, потому что, да, мы артисты, это все подготавливаем, и не знаем, что будет. Не знаю, еще есть вопросы, или мне продолжить? Я переведу с языка Андрея Бартенева на язык. Включить мой звук. Все, включил. Вот, да. Я именно это и хотел сказать. Этот перформанс мне напоминает великий постреволюционный фильм 1924 года, который называется «Продавщица от Моссельпрома», где героиня с такой же коробкой ходит и на улицах предлагает сигареты. И мне нравится, что это наоборот. Девушки, которые коллекционируют сигареты. То есть люди за то, что девушки эти прекрасные с коробом присутствуют в их жизни, должны расплачиваться сигаретами за как бы созерцание этой красоты. Это все, конечно, интересно. И все, что я слушал, мне тоже очень все понравилось. Я, конечно же, вспомнил опять из 20-х годов прошлого века нашу легендарную такую группу «Фэкс», которая называлась «Фабрика эксцентрического там чего-то актера». И как бы вот эти все нестандартные, очень экстравагантные, очень провокационные фигуры тела, чем занималась Фэкс? Они, значит, создавали азбуку нестандартного языка тела. И когда они снимали фильм, то актер должен был из одной физической композиции перейти в другую физическую композицию. И тем самым как бы там реакции прописывались так, что, вот, например, мы там упала чашка, мы говорим: «А, упала чашка!» А они так: «А, упала чашка!» Там что-то такое. Они делали специально очень весело, потому что режиссеры группы FX, они придумали, что каждая секунда кинематографического времени, зафиксированная на пленке, не должна пропадать даром. То есть каждое присутствие актера, оно должно всех прям возбудить, рассмешить своими вот все время такими активными, совершенно итальянскими жестикуляциями, движением лица, плечей. Вот. Это у нас было одно такое направление. И второе у нас перформативный такой хореографический опыт был тоже в 20-е годы. Это великая Исидора Дункан, которая приехала в Россию, влюбила в себя Есенина. Это великая такая босоножка, которая босиком танцевала, и у нее была целая плеяда почитательниц и в Европе, и в Америке, и в России, конечно же, были везде эти школы, значит, Исидоры Дункан. У меня даже где-то валялась книга отзывов, где посетители спектакля Исидоры Дункан записали свои впечатления от ее танцев. Ну вот я просто как бы вот так сейчас, ковыряя наш этот культурный российский богатый пласт авангардной эпохи, вот сразу же так соотнес с практикой нашей героини. Вот, можно идти дальше. Здесь вопроса не было. Oui, peut-être il y a une autre question, on les laisse pour la fin. Да, может быть, если есть еще вопросы, давайте оставим их на конец, хорошо? Отлично, давайте. Можно попросить взять один вопрос из медиа-студии, или мы его на конец оставим, потому что я знаю, у нас есть вопрос в медиа-студии, и он относится вот к этой части нашего разговора. Или вы предпочтете, чтобы мы после об этом? Ну, если вопрос относится к тому, о чем мы сейчас говорим, можно сейчас.
Добрый вечер, Маргарита. Добрый вечер, Антон и Андрей. Добрый вечер, участники и организаторы сегодняшнего вечера. Я очень рад присутствовать сегодня. И я с интересом посмотрел ваши видеографии и то, что я увидел в первых четырех, особенно даже в первых трех видеоработах. Сам ваш выбор сцен танца, мест танца, пространств танца, он очевидным образом подводит к разговору о, с одной стороны, о к разговору о взаимодействии танца и места, танца движения и архитектуры, движения и культивированного ландшафта, танца и садово-паркового даже искусства, как вот мы видели в видео «Реминесанс», но также и к проблематике и поэтике двойного движения, танцевального движения и, с другой стороны, поэтике видеографии, движения камеры, то, как это фреймируется и уже потом монтируется в видеоработу. Таким образом, даже у меня не один, а сразу два к вам вопроса. И первый – расскажите о самих этих прекрасных постройках и о том, чем был мотивирован ваш выбор этих мест, где они находятся, в каком регионе, в каком департаменте Франции. И второй вопрос. Прокомментируйте вашу работу, вас как хореографа с видеооператором, с вашим видеографом. Спасибо. Спасибо за вопрос. За два вопроса. Oui, merci à vous. Спасибо за вопросы. Я считаю, что тело и пространство, конечно же, неотделимы друг от друга. Когда тела двигаются, тем самым создается пространство вокруг них. И создаются некие альтернативы, и мы присваиваем себе определенным образом пространство. Соответственно, выбор пространства в те моменты, когда мы выбираем сцены, да, ракурсы для видео, для фильма, это тоже определенный диалог, он очень важен. Диалог с тем, что говорит тело, находящееся в этом пространстве. В первых видео, которые я показала сначала, был только танец. Это была, на самом деле, работа совместная музыканта и танцовщицы. На самом деле, довольно простая работа, но это было окончание достаточно долгой совместной деятельности. Это было окончание и, соответственно, результат некого перформанса, да, выступления этой танцовщицы, которая длилась достаточно долго. Она была уже достаточно утомлена под конец. Соответственно, когда произошла эта встреча с музыкой, как мне кажется, она дошла до очень важного момента интеграции с музыкой, слияния с музыкой. Соответственно, больше всего мне в этом видео нравится и больше всего меня трогает как раз вот эта интеграция, вот это слияние, да, исполнительства хореографического тела и музыки. В остальных видео есть определенный выбор пространства, которое как бы представляет собой одновременное путешествие во времени. Второе видео было снято в театре под названием «Пространство искусств». Это город Шалон-сюр-Сон на Соне, на реке Соне в Бургундии. Третье видео, там танцовщица, мы видим ее в разных местах, да, и это, наверное, видео, которое видели не все. Оно выложено на платформу Vimeo. Если хотите, пожалуйста, ищите на Vimeo. Если хотите пересмотреть. А видео Eternity — это тоже танцовщица, которая перемещается по разным местам, но это все еще тот же регион, Бургундия. Она танцует в музеях, она танцует в церкви. Она танцует в церкви монастыря, по-моему, называется она церковь Святого Петра, если не ошибаюсь.
и еще в одном музее, который находится за пределами города, музей Алезия. На самом деле эти архитектурные сооружения фактически все представляют собой некие круглые, да, формы, потому что наша тема – это вечность. Поэтому мы пытались найти визуальные какие-то ориентиры, да, связанные именно с вечностью. В основном это круг, круглые формы, да, или же бесконечная линия. Или две линии, которые в итоге соединяются, да, и формируют бесконечную линию. Есть еще одно видео, которое тоже содержит отголоски всего этого, как я уже говорила. Это работа, которая официально выйдет только через несколько месяцев и будет показана, соответственно, представлена публике. Так что это была такая предпремьера, можно сказать. И в этом видео снята часть Парижа, пустой центр Парижа. То есть здесь архитектура... Кстати говоря, среди архитектурных сооружений есть и дом Айсидоры Дункан. Здорово, что вы его вспомнили. И на самом деле мне интересно было просто снимать пустой город. Чтобы он навел нас на какие-то размышления и на мысли об одиночестве, да, которое сопровождало нас все эти последние месяцы. Я хотела воспользоваться этим случаем, этой возможностью и этими впечатлениями для того, чтобы, конечно, разместить там некую историю, связанную с танцем, потому что без танца это было бы недостаточно комплексно и глубоко. Но, собственно, давайте я вам еще кое-какие кадры покажу. Последнее видео, которое мы с вами смотрели, оно... Сейчас, секундочку, я ищу. Вот, сейчас я запущу демонстрацию экрана. Ищу картинки. Итак, последнее видео. Вот этот было исполнение вот этого дуэта, как я уже говорила. Дуэт этот я основала в Барселоне. Видите мой экран, да? Видите? То есть мы взяли в качестве отправной точки вот эти вот картинки. Мы даже вот эти фотографии, мы даже не знаем, кто их снял в свое время, кто фотограф. Но вот две такие девушки, да, которые просят денег просто потому, что они красивенькие, да, и потому что они вот здесь стоят. И вот такую табличку, да, концепцию этой таблички мы хотели немножко развить и поместить в определенный момент, потому что наш перформанс не только состоит не только в том, чтобы статично где-то находиться, а еще и в том, чтобы двигаться и особенно танцевать среди людей. Так что это определенная реинтерпретация этого старого сюжета в более творческом, скажем так, окружении, в более официальном окружении, потому что снято это было в музее. А вот еще одна фотография этого дуэта, с которым мы работали. Вот, хочу показать, смотрите. Особенно вот это, мне кажется. Вот эта концепция, мне кажется, очень хорошо здесь передана. Концепция простоты, что можно наблюдать, просто смотреть куда-то. Мне это все очень нравится. И как довольно любопытно, посмотрите, вот, достаточно открытые взгляды, взгляды в бесконечность, абсолютно потерянные взгляды, а здесь у нас скрытые взгляды, здесь тоже скорее они смотрят куда-то в бесконечность. Соответственно, вот этот момент напоминает мне о работе со взглядами, которые направлены куда-то вне нашей вне человеческой реальности. Мне нравятся эти образы создавать с помощью виртуальной реальности, кстати говоря. В списке видео, которые я подготовила на сегодня, есть еще одно видео. Там нет виртуальной реальности, там есть участие публики, как всегда. И есть вот этот фактор, да, пересекающихся пространств, как всегда. Пространство тела, пространство архитектуры, которое вас интересует. Поэтому давайте покажем второе видео, пожалуйста, если вы не против. Beat, boom, crash, clap, flop,
Wow, chic, zoom, pop, bang, play, yo, choreography. Красные шапочки такие, и зрители волки. Да, вот примерно эта история как раз там и была, точно. Волки кругом, и вот эти вот несчастные исполнительницы в красных шапочках. На самом деле, когда мы выходим из привычных конструктов, вспомните трансляции компьютерных игр в прямом эфире, на них публика всегда просит, чтобы их посадили ближе к микрофонам, да, и дает инструкции игрокам. Да. Здесь тоже, в принципе, ну, похожий принцип. Инструкции даются. И все это здорово, на самом деле, получается, даже если зрители изначально не предупреждены. То есть вот такой вот конструкт, который мы здесь построили, позволяет публике вовлечься в процесс с помощью голоса, с помощью слов. И, соответственно, тем самым спектакль становится больше и шире. И фактически получается целая пирамида разных действий, в которую интегрировано и включено много-много всего. И, соответственно, публика максимально привлекается к действу. Начинается все с малого, начинается с соло, потом дуэт, потом, соответственно, трио, квартет и так далее, и так далее. И в итоге они занимают все пространство, и еще с микрофонами, да, которые развешаны по этому пространству и расставлены. Микрофоны появляются везде. Все это происходит внутри. Это музей современного искусства в Барселоне. И вот так вот. Ну, это просто для меня другая возможность представить поиск каких-то возможностей включить публику в действие. В принципе, это абсолютно непредсказуемо. Не обязательно явным образом такое взаимодействие вербально, потому что есть возможность, конечно, издавать какие-то звуки голосом, но обязательно можно еще участвовать телом, то есть импровизируя, ну и, может быть, при помощи профессиональных артистов, ну, с определенными ограничениями. И то, что я как раз впоследствии делала при основании компании ВУА во Франции в 2017 году. Это было для меня важным таким ходом для того, чтобы действительно попробовать создать такой ансамбль и использовать также медиум виртуальной реальности и заставить зрителей погрузиться в мир, который построен вокруг него.
и при этом есть, он становится протагонистом и центром действия. И всегда остается открытым вопрос, насколько важно действительно иметь виртуальную реальность, потому что я всегда могу представить себе также и лайв какое-то представление, но виртуальная реальность создает такой щелчок в голове, когда начинает задействоваться тело. То есть, и вот это и есть цель воплощенной виртуальной реальности или EVR, то есть вот этот элемент присутствия, инкарнации, как бы, да, воплощения, заставляет почувствовать, что ты действительно участвуешь в том, что происходит в виртуальном мире. И это позволяет совершить некое путешествие, чтобы попасть в какое-то альтернативное пространство и потом оттуда вернуться. И также это еще один важный фактор — это использовать виртуальную реальность с представлением о том, чтобы получить более сложный опыт. То есть это может быть какой-то ритуал, когда мы можем включить представление в реальность, а затем мы совершаем путешествие в виртуальную реальность и продолжаем. И, допустим, возвращаемся обратно в реальность. То есть мы отправились туда и вернулись. И затем чувствуем такой вот артистический опыт. И в конце концов, вот это опыт, под который подведена некая черта. В этом смысле действительно есть некая рамка спектакля, перформанса. И в нем находится виртуальный мир. Участники, которых не предупредили, не анонсировали, и люди, которые вокруг. То есть группы участников, которые находятся вокруг инсталляции, вокруг спектакля, и они смотрят тоже. То есть они, опять же, являются наблюдателями, но они тоже как бы участвуют, мне кажется, потому что они могут при желании попасть внутрь. То есть есть такая возможность участвовать. Она открыта. Вот это вот текущий проект, которым я занимаюсь. Я вам покажу это в следующем видео. Номер 3, мне кажется. Это тизер работы If Dance in, is an Unthinkable... Нет. Спасибо. Это был тизер. Так что мы сняли это видео, когда мы стали продюсировать If Dance in an Unplaceable Place, которое было снято в конце 2018 года в Монреале, а затем мы во Франции показали на фестивале Laval Virtual, которые, собственно, является, там демонстрируются приложения различных
виртуальной реальности и исследования современного танца. И затем мы показали эту работу и стали дальше над ней работать. А сейчас она у нас в двух форматах – соло и трио. То есть мы придумали несколько историй в формате видео 3D, 360 градусов, вернее. То есть это такая разделенная хореография. Или, либо она может поделена на несколько сольных номеров. И как вы можете видеть, они находятся в неком отношении. Если вы хотите, мы можем сразу же посмотреть. Мне кажется, у вас есть еще одно видео такого же, из того же списка, который я вам отправила. Это мой проект. Номер 4. Thank you.
Спасибо. Хотела заметить, что музыка к этому видео была создана Белл Никольсом и Эмили Эвье ее исполнила. То есть это два моих обычных, мои обычные коллаборации уже на протяжении нескольких лет. И я продолжаю с ними сотрудничать, и следующий проект тоже будет с ними совместно. Также здесь есть Клэр Доз, по-моему, которая несколько раз я с ней сотрудничала. Тут есть еще определенные анахронизмы присутствуют. То есть я, например, выбирала какую-то архитектуру, какую-то атмосферу 70-х годов. И, естественно, очки виртуальной реальности появились позднее. И они позволили создать вот эту перспективу, эту дистанцию и определенную такую запутанность, непоследовательность. Так что мы постарались создать этот стык между виртуальным и реальным, а одновременно некий такой деколлаж, некий отрыв, разрыв во времени, который мне казался интересным, потому что технологии меняются очень быстро, и такое чувство, что нам есть что еще исследовать. Есть вещи, которые уже прошли, но до сих пор не поняты, например. То есть таким образом я приглашаю к размышлению, к наблюдениям. Хочу поделиться с вами еще раз экраном, еще одним своим экраном. Потому что я хотела бы еще заметить, вот если я смогу только найти. Здесь вы видите мою фотографию съемки. Ну, это просто представление как раз, потому что видео, которое мы видели, фактически оно как бы еще раз воссоздано в конкретном месте, но там нет непосредственного общения с публикой. В противном случае, ну, как бы это реконструкция, такая специально сделанная для видео. А это вот уже непосредственно с постановки фотография. И также еще одна фотография, где я расположила ключевые слова, которые заставили меня работать с виртуальной реальностью. То есть помимо эстетики, здесь еще есть, конечно же, связь искусства и современного танца, contemporary, виртуальный носитель. Также, конечно же, мы работаем над восприятием, то есть иммерсивность, как я говорила раньше, тоже для меня это очень важно, интересно. Затем размышления о проприоцепции. Опять же, мы знаем про координацию, мы знаем, что за пределами нашего естественного существования проприоцепция действительно, она как бы смещенная, и она воспринимается по-другому. Смещенность пространства во времени и даже, наверное, где-то, можно сказать, в психическом смысле. То есть мы меняем ход наших мыслей, становимся каким-то другим человеком. И моделирование. То есть мы включаемся в нарратив, включаемся в повествование с помощью нашего тела. И здесь я еще одну фотографию вам покажу. Тоже здесь мы видим и заранее
запрограммированные движения, хореографию и спонтанные движения, потому что все время импровизируют. Но они импровизируют тоже, на самом деле, на основе своих собственных привычек двигательных. А дальше вот, собственно, идея вот в чем. В том, чтобы сблизить актеров, да, танцовщиков и зрителей, и участников за счет вот этих очков виртуальной реальности. То есть приблизить тела исполнителей к телам зрителей. То есть, соответственно, из наблюдателя зритель становится участником. И, собственно, это то самое искусство, на которое я хочу влиять, да, на которое я хочу воздействовать. Это искусство, которое всегда существует где-то рядом с обществом. Ну и вот такое резюме основных элементов, которые я применяю. Первое — современный танец. Может быть, я просто мыслю его несколько по-другому. Мне кажется, что это некий рассказ с помощью тела. И тем самым развиваются определенные телесные привычки, да, телесные схемы, так же, как и в студии, например, танца, когда вы обучаете танцовщиков. Ну и у зрителей тоже появляются определенные схемы телесные и определенные схемы жестов. Вот еще некоторые фотографии. Эта фотография и видео тоже фигурирует. Это на самом деле начало нового проекта, в котором мы продолжаем работать с такими персонажами, как Ева. И прочее. Но в этот раз мы уже... На самом деле, в этом случае Ева находится в виртуальном пространстве и в реальном пространстве одновременно. То есть в двух пространствах одновременно, и она обеспечивает их связь за счет осязания, за счет прикосновения и движения. Соответственно, в следующем проекте персонажи останутся те же, будет персонаж Ева, но история будет другая. То есть нам по-прежнему нужен ритуал, нам нужно движение вперед и назад, нам нужно задумываться о том, как, собственно, разворачивается спектакль, как привлечь в него зрителей, как добавить туда элемент иллюзии, начиная с самого первого движения, потом осязания, потом другие органы чувств. И также следующий вопрос – это как обеспечить доверие, да, к этим танцующим телам, как заполнить пустоту, как заставить всех быть участниками. Ну и если вы не против, давайте мы вернемся к моему экрану и давайте посмотрим следующее видео. Только в списке сейчас я скажу, под каким номером оно. Я случайно стерла сейчас список. Сейчас, одну секунду. На самом деле у нас еще целый ряд видео остался, и, к сожалению, всего 17 минут до конца эфира, поэтому некоторые из видео у нас, по-моему, достаточно долгие, поэтому, Маргарита, я думаю, что давайте вы модерируете и говорите нам вот от и до, и смотрим следующее, потому что, конечно, это невероятно красиво, и у нас, и у меня, и у Андрея наверняка есть что сказать и что спросить, поэтому... Хорошо, тогда давайте мы посмотрим, собственно, последнее видео из моего списка, а потом, если кто-нибудь захочет еще что-нибудь посмотреть, ради бога, я готова с вами поделиться. Ну, давайте посмотрим последнее видео из списка. Это тизер, опять же. Thank you.
Если позволите, то у меня очень логичный вопрос. Ева. Ева. Это определенный персонаж, и за эти... На самом деле, в последних видео мы определяем, мы задаем некий портал, да, через который можно куда-то ускользнуть. Мы начали вот с этой идеи, да, когда танцовщик находится на сцене, и плюс есть определенные тела, которые, в которые может воплотиться любой участник виртуального проекта. То есть нужно просто надеть очки, и вы вдруг попадаете в чужое тело, и, собственно, ваше тело становится Евой. Вот, собственно, и персонаж Евы в этом заключается. Когда вы надеваете очки, она вдруг появляется, и вы становитесь ею. Конечно, я исполнила ее сама, это мне было очень... Мне очень хотелось самой это сделать. И для меня это очень символично, равно как и другие персонажи, которых я исполняю. Но это может быть кто-то другой, не я. Это может быть, этот персонаж может быть исполнен кем-то другим. Соответственно, да, вот это тот персонаж, который обеспечивает вот эти перемещения, эти путешествия тела в различные виртуальные места. Здесь вы видели, что есть 6 персонажей, которые выстраивают определенную историю, пишут ее определенным образом, да, и за счет участия нескольких человек. Там есть психолог, там есть хореограф, Марк Ли, сценарист, живущий в США. И все вместе они создают такой маршрут, маршрут для написания и для приведения в движение этой композиции. Также мы сделали, проводили работу с Marshall Capture для того, чтобы обеспечить вот наилучшую траекторию этих персонажей в виртуальном пространстве. Собственно, создали само виртуальное пространство. Можно я тогда сейчас тут прокомментирую все то, что я видел? Мне очень понравилось в фрагменте номер 3, что сочетание... танцора в реальности и герой, который в VR-программе, они сексуально различны. То есть в VR-программе это мужчина, а живой человек, который танцует, это девушка. То есть вот такие сексуальные замещения – это, конечно же, прекрасный повод для бесконечного количества магических игр. И то же самое мы можем продолжать. Например, на сцене танцуют одетые, а в VR-программе все раздетые танцуют. Это тоже фантастика. Потом, значит, в реальности они танцуют на горизонтали пола, а в VR-программе они вообще танцуют на небе ногами и сверху трогают все нужные фрагменты, когда вам необходимо. Это тоже потрясающая перспектива для развития воображения. Конечно же, я хочу сказать, что хореография – это один из моих любимейших видов искусства. И тут возникла, опять-таки, как и Айседора Дункан, возникла фамилия Дос. В 90-е годы я знал парижского хореографа Матье Дос. Не имеет ли это Дос отношение к Матье Дозу, которого я знавал в 90-е годы в Париже? И мне очень понравилось... как бы вот это совмещение, что зритель в VR-очках, профессиональные танцоры в VR-очках, и возникает вопрос, они не бьются головами? И как нам вообще вот с этим моментом неожиданных столкновений, ну как с этим вот выйти из положения? Что нам нужно сделать VR-очки на один глаз, да, сделать, а второй как бы контролирует реальность, один находится... в дополненной реальности, а другой, значит, контролирует, что вот здесь вот происходит. Либо нам нужно в VR этой самой всей программе сделать экран, который будет транслировать, где же тело находится, в какой координации в реальной жизни находится в данную секунду тело, чтобы избежать этих физических столкновений. И возникает еще такой момент и такая мысль, хорошо, зачем мы так сильно вот сейчас, последние там 15 лет, заманиваем всех наших зрителей в совершенно в другой мир, в другую реальность?
что мы хотим совершить сознанием нашего зрителя. Мы его хотим видоизменить окончательно, чтобы уже начинал селекционировать. Вот эту программу я смотрю, вот я за своим аналитическим листком прихожу, давайте мне очки, которые учитывают все мои вкусовые пристрастия, и вот в той VR-реальности, которую вы мне сейчас будете транслировать, все это должно быть отображено. Там собаки, пудели, кролики, слоны, голые одетые женщины, там фруктовые деревья такого вида. Или же, вот хорошо, вот наш зритель максимально уже туда, в этот его идеальный мир погрузился. Он приобрел какие-то новые, свежие эмоциональные трансформации. А потом, что мы хотим дальше? Мы хотим, чтобы он с этим измененным сознанием вернулся в реальность и начал тут все модифицировать в реальности. То есть тот идеальный мир, он должен начинать строить из этой разрушающейся экологической катастрофы, в которой мы находимся, он начнет из этой экологической катастрофы лепить свой идеальный VR-мир. Ну, это как бы такая мысль. И, значит, конечно же, я опять возвращаюсь вот к искусству хореографии. Это, я считаю, что максимально подходит, вот этот метод хореографии максимально подходит для такого совершенно неожиданного, спонтанного, импровизированного исследования инструмента VR-очков. И вот фрагмент номер три мой самый любимый сейчас на данный момент, потому что там вот это вот совпадение того, что происходит в очках, и того, что происходит в реальности, это прекрасный трюк. И, конечно же, это как бы база для развития там не только дуэтов или там втроем они там это исполняют эту историю. Это можно вообще развить до целых ансамблей, которые берут героя в VR-очках, отправляют там в Одиссею, и он оттуда возвращается уже совершенно модифицированным существом из этой Одиссеи. Другой вопрос, как нам учитывать там массового зрителя, где эти 100, 200, 500 человек в зале, как они вот переживут все вот то, что происходит с героем в VR-очках. Как они вот будут на себя это транслировать? Либо они тоже должны сидеть в каких-то очках, либо они должны сидеть в очках на один глаз и на вторым глазом смотреть то, что происходит на сцене, либо это должны быть два глаза у очка. Одно, значит, VR-программа, другое, значит, трансляция реальности на сцене. Ну, это тоже все очень любопытно. Но опять возвращаясь к искусству хореографии. Для меня, конечно же, как для художника, хореография – это нескончаемая комбинация изменяющихся живых скульптур. Я сам делал очень много танцевальных хореографических перформансов, но как скульптор, потому что я использовал своего актера как такая вот, значит, биологическая форма, которая вот течет, пульсирует, падает на моих глазах. И мое сознание воспринимало, что вот этот мрамор, он становится жидким, он там то-то, сё-то с ним происходит, и мне это очень любопытно. И вот, значит, пиком моего, значит, дифирамба искусству хореографии, что я, конечно же, хореографию воспринимаю как ритмическую математику, что это, конечно же, такое нескончаемое уравнение, которое прописывается, и человек, который исполняет там Y или X, он, значит, в начале уравнения претерпевает с течением и разворачиванием вот этого, значит, стиха уравнения, он претерпевает различные трансформации. И в итоге получается равно тому-то, тому-то. И я обожаю за этим всем наблюдать. И, конечно же, для меня была прекрасна эта встреча с Маргаритой. Ну вот все то, что я хотел сказать. Надо... Если позволите, я добавлю буквально к последней мысли Андрея о том, что он говорил о схемотехнике, что действительно мне очень понравилась мысль Маргариты. Сразу видно, что действительно мы имеем дело с философом, когда она говорила про импровизацию как... я сейчас не помню дословно, но как рефлексию имеющихся схем, имеющихся чувств. И позже Маргарита говорили о том... Фактор пересекающихся уравнений, пересекающихся пространств. Это же тоже удивительное математическое такое
явление. Это математическое, это момент, как бы, которому я бы хотел посвятить, ну, как минимум, еще час разговора, которого у нас, к сожалению, нет сегодня, но я надеюсь, что мы с Маргаретой обязательно встретимся в Петербурге или в Москве, или там, и там, потому что действительно это вопрос о том, что такое импровизация и какого, собственно говоря, с чего ее приравнивают к некой, ну, как бы свободе, в том смысле, что нечто свободное от любых условностей. Мне как раз очень нравится этот подход, как импровизация, как некой новой ревизии имеющихся схем и имеющихся уравнений, как к новой и, может быть, более свободной комбинаторике, но, тем не менее, из вполне, ну, как бы существующих и предсуществующих элементов. Опять же, как Андрей это отметил, и Маргарета об этом очень много говорила, и я предлагаю эту дискуссию в какой-то момент продолжить. Потому что, конечно, сегодня у нас очередной такой прекрасный пример эфира, когда бог Хронос нещадно играет со временем, и оно бежит очень быстро. Но, тем не менее, у нас есть 5 минут, и Андрей задал ряд вопросов, из которых, например, один из них, он очень практический, он мне тоже очень интересен. Это были не вопросы, это были рассуждения. Вопрос, ну, там был вопрос только про мытье доза. Во-первых, да, во-вторых, про то, действительно, как осуществляется мониторинг людей, что они действительно не бьются лбами. Не бьются лбами или очками, например. Или все-таки они бьются, и это монтаж, что просто видео в этот момент не фокусируете, что на самом деле? Oui, alors je pars avec les collisions. Давайте начнем со столкновений. К счастью, столкновений у нас ни разу не было. Нужно сказать, что каждый раз, когда мы вот такое что-то ставим, нужно, конечно, иметь большое терпение, нужно потратить время на то, чтобы разработать маршруты, потому что это очень сложная штука, это комплексная система. И, естественно, все хотят попробовать себя в этом, но да, все-таки очки виртуальной реальности изначально рассчитаны на индивидуальное использование, пока это не изменилось. Это по-прежнему так, и они не будут корректно работать, если мы этот принцип нарушим. Соответственно, они предназначены как раз для того, чтобы вас полностью отрывать от реальности. Для этого мы их надеваем. И в этом преимущество как раз полного погружения в историю, которая творится в этих самых очках. Соответственно, в рамках наших постановок мы сами должны полностью прорабатывать движения участников и их контролировать для того, чтобы никто друг друга не впилился случайно. Обычно все это нормально работает, потому что у нас есть определенная расстановка приоритетов по поводу персонажей на сцене. И в первую очередь мы должны заботиться об участниках, да? То есть есть связь, у них есть связь друг с другом. Дальше все ваши размышления по поводу виртуальной реальности, как ее связать с реальной, это все здорово. Действительно, истории когда-то пересекаются, соприкасаются, но при этом они совершенно разные. Я могу прикоснуться к части тела какого-то другого человека, и это сгенерирует какое-то событие виртуальной реальности в другой части тела, да? Или, допустим, у меня поменяется одежда и так далее и тому подобное. Но, кроме того, виртуальная реальность позволяет как раз продумать положение и координацию, которая основана на музыке. А музыка — это тоже математика, да? Там идет отсчет ритма и размера. Соответственно, мы базируемся вот на этом, вот на этих звуковых указаниях, на звуковом отсчете, и дальше, конечно, на репетициях все подробно прорабатывается, как выстраивается вот эта схема, рамочная схема общей хореографии. У нас в хореографии 4 танцовщицы и обычно один участник, да, который выходит за рамки вот этой сцены. Ну, то есть, короче говоря, ну, если появляется участник, сначала делается небольшая импровизация, а потом уже, когда он занимает нужное место, продолжается хореография. И мне кажется, что в этом дополнительная ценность нашего перформанса, потому что совместный опыт, совместные переживания крайне важны, да? Важнее даже, чем совершенствование самого произведения. Маргарета, большое-большое спасибо за сегодняшний разговор. У нас действительно просто
ну, фактически осталось еще несколько работ, которые мы не успели посмотреть. Я думаю, что мы, когда будем публиковать эти видео, мы можем, ну, да, писать туда ссылки. Я очень бы хотел, чтобы наши постоянные и новые зрители обязательно их посмотрели. Мне бы очень хотелось, чтобы этот разговор продолжился. Большое вам спасибо. И большое спасибо, конечно же, Андрею Барсеньеву. Большое спасибо Глен Таганке, лаборатории новых медиа Александринского театра, Французский институт и сегодняшней компании ВОА. Обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы и смотрите все, что там происходит. Большое спасибо нашему ангелу-хранителю Александрине Стейлен за то, что и сегодняшняя программа прошла при ее поддержке, в общем, и сотрудничестве. Mm-hmm. Мы ждем вас через 2 недели, поскольку следующая среда, как я понимаю, в России впадает на выходные, так что мы с Curse of Knowledge встречаемся через 2 недели. Большое всем спасибо. Спасибо команде переводчиков, спасибо Французскому институту, спасибо нашим героям, спасибо Антону, спасибо нашим зрителям. Всех любим, ждем через 2 недели. Спасибо. Au revoir.